Всем привет! Меня зовут Вадим, я представитель компании Lemma. В этом видео я покажу, как собрать модель «Стражник». Для начала достаньте и разложите все детали нашего «Стражника». Их 11 штук. В комплекте прилагается подробная инструкция по сборке, наждачная бумага и клей ПВА. Я начинаю сборку с приклеивания лица стражнику. Для этого нанесите тонкий слой клея и плотно соедините детали. Подождав минуту, можно приклеить следующую деталь. Клей наносится таким же образом, по всей площади соприкосновения частей. Наш клей сохнет быстро, поэтому я сразу же приклеиваю шлем. Затем одеваю нашему герою доспехи. Спереди. И со спины. Чтобы закрепить гребень на шлеме, достаточно небольшой капли клея. Таким же образом приклеиваем подошвы сапог. Еще по капле клея для щита. И копья. Немного времени, чтобы все высохло. И наш стражник готов. Приятной игры и до новых встреч!